Привет и добро пожаловать в Payday 2, и сегодня мы будем проходить с вами очередную миссию на жажде смерти под названием Магазин Бриллиантов. Тоже по стелсу будем проходить, и надо бы сделать, конечно, все динамично. Самое главное, динамично. Потому что времени у нас, конечно, мало. Так, ладно, из активов нет ничего хорошего. Так, снаряжение у меня стандартное для стелса. Так, и мы начинаем. По сути, эта миссия довольно простая даже. Самое главное, это убрать 4 охранников, и миссия сделана. Ну, так-то еще отойти, гражданских всех уложить, чтобы они, зараза, не позвонили в полицию, как они любят это делать. У меня был такой случай, что гражданский залег в витрину, я его не увидел, и он позвонил в витрине в полицию. Да, это было смешно. О, кстати, сейф. Reception's not great. Сейф, это хорошо. Так. Он долго отвечает. Есть такой прикол, я вот заметил. Так, ладно, окей. Не надо было уходить, я знал, что не выйдет. Не знаю, зачем я вышел. В общем, такой прикол есть, что когда сейф спамнится вот в этой вот, как сказать, серверной или... Ну, короче, вы поняли. Ты ставишь дрель, и как бы шумом привлекаешь охранников. Но охранники не могут выйти вот именно с этой двери, потому что она закрыта. Открыть они вроде как не могут. Так что им приходится выходить через главный вход, они заходят вот в этот переулок, как раз где никого нету. И мы можем спокойно убирать охранников. Ну, в принципе, как и на втором этаже, вон там можно залезть. Я хочу сейчас попробовать. Раз у меня такой был прикол один раз. Так, давайте наблюдать за охранниками. Так, вот один идет. Неужели ты, братан, не слышишь? Вон два. Да-да-да, он услышал на улице, видите, идет. Сейчас он должен выйти здесь. Ну где ты там так медленно идешь-то? Неужели ты не пошел на улицу? Мне показалось. Не показалось? Или он еще как-то по-другому... А, видите, идет. Все-таки этот прикол работает. Довольно классно. Пусть это занимает и больше времени на убийство охранников, но... Блин, она заглохла. Ой, он сюда идет. Так, вот он. Все отлично. Один охранник убит. Точнее, там же второй. Just some drunks. They've moved on now. Everything is A-okay. Так, все отлично. Второй охранник у нас убран. Ой, кто-то. Чёрт, гражданские сдолбали уже здесь сидеть. Так, иди сюда. Follow me. Быстрее иди сюда. Сейчас охранник выйдет второй и тебя увидит. Чёртова дрель ещё ломается. Отлично. Так, ну где же наш третий охранник? Так, вот я вижу, один там стоит. В углу, а где еще один? Неужели он сюда уже идет? Офигеть, он уже здесь. Привет. Как дела? We're fine here. Так, остался последний охранник. Главное, чтобы он сейчас не вышел. Черт, чуть не напугал. Отлично, ребята. Все отлично. Дрель работает как надо. Привлекает им охранников. Не знаю, что бы было, если бы я открыл вот эту дверь. Возможно, бы они через нее бы уходили. Ну, давайте последний охранничек, выходи. Просто можно было бы это сделать побыстрее, просто залезть на второй этаж. Как бы я хотел такой способ проверить все.
Где же он есть, а? Чёрт, сломалась. Ах, надоело мне ломаться, чёртова дрель. Так. Ага, охранничка-то уже и нету. Он где-то уже здесь, значит. Нет? Он не здесь? На втором этаже ходит. Это он, нет? Нет, это секретарша ходит. Хм. Это что, охранник из раздела мне похуй, что ли? Похоже, это он и есть. Ну ладно, залезаем на второй этаж и действуем по плану Б. Он где-то здесь, наверное, ходит. Раз он там не хочет появляться. Так, его здесь нету. А где же он тогда есть? Я как бы его и не вижу даже. Где он есть, кто лежит? Куда он пропал-то? Эй. А тут уже интересно, пропал охранник. Интересно. Куда же он? Ой, нифига себе, какой он круг сделал. Вот это он круг сделал, ребята. То есть он вышел из магазина и сделал вот такой круг, гулял ко мне. Обалдеть можно. Обалдеть просто. Ну я надеюсь, вот, вот эти вот гражданины не будут поворачиваться в эту сторону. Так, как тут труп лежит. Так, здравствуйте. Легче, пожалуйста, на землю. Благодарю вас за понимание. Теперь ищем сигнализацию. Сигнализация где-то здесь. Или здесь нет. Во, сейф открылся, класс. Ну что, дело остается за малым. Выключить сигнализацию и ограбить этот чертов магазин. Так, о, деньги. Люблю деньги. Так, 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 так. Так, вот эти гражданские сразу убираем. Точно выстрелил в сердце. Так, тебя я тоже уберу, но позже. Как буду заходить внутрь? Ага, я не могу открыть, пока не возьму сумку с украшениями. Окей. Окей. Так, ну сейчас зайду я еще в этот магазин. Скажу привет этому красавчику. Down! Так, ложись. Ставим еще одну дрель. Мне не хочется тратить генератор помех, когда я зайду внутрь. Так что надо будет быстро всех убрать. Так, черт. Идет. Гражданский подонок. Который еще меня увидит. Вы что, офигели, что ли? Так, сейчас я быстро залетаю внутрь. Выключаю сигнализацию. Вырвусь сам ложиться. Ложитесь. Быстро, 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 быстро. Get down on the ground. И закидываем просто говном. Ready for the bang! Grenade! Hold your bollocks! Нет, придется потратить помеху. Придется потратить одно. Быстро. On the ground! Ложись. Ты придется умереть сегодня. Все. Все, ребят, ГГ. Хорошая каточка у нас сегодня. Я забыл, что на заднем дворе сидят эти два подонка, так что просто с генератора помех потратить. Но так бы все прошло хорошо. Но у нас все же еще один генератор-то есть. Так что банкомат мы успеем взломать. Так, эта игрушка пила сломалась. Пила сломалась. Три минуты. За 3 минуты я должен очистить этот банк. Ой, не банк, а магазин. Так, сумки сразу закидываем.
Их будет довольно много здесь, так что носить придется тоже много. Но чем больше, тем лучше, как говорится. Это правило работает только по идее. Самое главное вот эти сумки забрать. На мелкие так это крушение можно забить, но потом их можно приходить забрать. Так, что такое? Я не хочу брать труп, вот, я хочу ролик себе. Там, походу, трупов я заспавнился, я там, ну, в полке вот. Так, тут даже кафель упал. Взрыва гранат. Так, вот ролик с... Опять чертова пила сломалась. Как ее ненавижу, а? Надо технику прокачать. Как меня бесит эти самые пилы. Не ломаются, просто не знаю. Какие-то они китайские. Хотя 90% наверное, всего оборудования сделано в Китае. Такс. Ага. Вот же еще витрина. Сумок-то, ребят, смотрите. Я думал, здесь будет сумок 10. Нам и для здания надо 14. Так что сумок, наверное, будет 16. Возможно. Так, мы тут все забрали, да, осталось в кассу. Кассу возьмем. Кассу. Так, сколько денег-то, ребят, сегодня мы наберем, а? Богачи с вами. Думаю, что 1 300 000 мы возьмем. Пила чертова сломалась. Как где она пропадом. Никогда больше не буду ставить сюда дверей. Там по-любому денег нет, скорее всего, что я уже взял одни деньги. Вторые мне просто не дадут. Ну, 60 секунд допили, чего ж себе. Банкомат, давайте его взломаем. По-моему, там должно быть это 360, что ли, тысяч. 299. А, 390. Ух ты. Это прилично. Так, наличку закидываем. 307 тысяч. Хорошо. Так, как тут много крышини-то. Знатный магаз. Знатный. Так, тут все у нас. Тут все. Все чисто. Чисто, чисто. Ага. Так, это да, последняя коробочка с вами. Ай, так, так, так. Да, много сумок. Придется много подыскать. Придется много таскать. Так, вот мы загрузили все с вами сумочки и. Да, здесь украшение за 9750. В принципе, хорошо. Думаю, что на 1 200 000 так мы точно с вами награбили. Точно с вами говорю. Так, ну давайте считать 300 за дело, разные 700 и наличные, видите, 2000, фу, 2 200 000. Ну, в итоге 2,5 миллиона, чуть даже больше. В принципе, на этой миссии даже можно хорошо пофармить, если тут сейчас дадут больше 100 тысяч опыта. А я надеюсь, что их дадут. Так, ну, и за стелс. Так, ну, почти как и в том деле, то же самое, 70, ой, 97 тысяч. Так, вот, раз, давайте возьмем первую ячейку. Я лол. Какой же я лол. И мне дают какую-то сложенную рукоятку на ПП. Да. Печально, печально. Эх, ну ладно, была жизнь огорчение. Ну что же, ребята, давайте на этом закончим. Пишите ваши комментарии, какие миссии хотите вы видеть дальше. И нравится ли вам вообще эта рубрика ограбления в PDA 2. Стоит ли продолжать это дальше. Но вам только хотелось сказать спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И еще увидимся. Всем пока.